В Черкасах возле здания областной милиции журналисты сожгли свои сигнальные жилеты в знак протеста против вчерашнего разгона спецназом блокпоста активистов на дамбе. Напомню, поздно вечером бойцы спецподразделения открыли огонь по митингующим, которые вышли на пикет, чтобы не допустить в город автобусы с провокаторами. Один человек погиб, несколько получили ранения и травмы, в том числе и два журналиста. По словам репортеров, силовиков не остановили ни удостоверения, ни жилеты с надписью «Пресса». Поэтому сегодня эти жилеты положили у входа в областное управление милиции, облили спиртом и подожгли. Мене особисто двоє направили на мене автомати Калашникова. Я такого страху ще не відчував ніколи. Я казав, не стріляйте, журналісти. Мене матом ополоскали, побили мого колегу, якого проламали йому голову. Він теж був в жилеті, кричав, що я преса. Зараз йде перевірка, може хто, що ми можемо зробити, доповісти громадськості в подальшому, хто, що і як.